24 августа открывается сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. Разрешение на добычу в виде охотничьего билета выдает служба по охране и использованию животного мира Иркутской области. Для удобства охотников инспекторы Аларского и Нукутского районов приехали в Ангарск для выдачи документов. Любителям охоты нужно поторопиться, потому что сроки добычи в ряде случаев невелики. Если утка, то есть водоплавающая, то по 01.11.2013 года. По боровой дичи по 28 февраля 2014 года. По зайцу и лисе тоже выдаем прямо сейчас. До 28 февраля 2014 года. Подробности выдачи охотничьего билета можно узнать по адресу 86-й квартал, дом 14А, кабинет 21, либо по телефону 8-950-099-536. Напомним, что в законную силу вступили поправки в Административном кодексе РФ. Штрафы за охоту без документа составляют от 2 до 5 тысяч рублей.